Здравствуйте, друзья. Казалось бы, если я задам простой вопрос, будь вы разработчиком игр и сделали проект, который не выстрелил, что бы вы сделали? Большинство наверняка бы просто потиху прикрыли проект и начали разработку чего-то другого, что в принципе и делают в большинстве своем разработчики, ибо логичнее попытаться в чем-то другом, чем возродить труп. Но ягеры пошли по другому пути. Я уже, в принципе, сталкивался с их проектом почти 2 года назад, и тогда игра представляла собой не совсем типичный PvP-PvE Battle Royale. Идея привязать квесты к составляющей Battle Royale была необычной, но популярность не получила, ибо как таковой принцип Battle Royale как раз таки заключался в том, чтобы остаться последним выжившим. В первой же версии Cycle победить могли чуть ли не все на карте, ну, в меру своей пацифичности. И это как раз таки оттолкнуло большинство игроков, ибо нет вот этого вот чувства нахождения на острие ножа и чувства удовольствия от победы. Сейчас же, по состоянию на 2022 год, к моему удивлению, игра преобразилась. Причем кардинально. Так что давайте посмотрим, что же такое The Cycle Frontier на данный момент. С вами, как всегда, Вола, и погнали! Начинается Cycle с типичного для игр обучения в духе «пройди 3 метра прямо, 2 направо, стрельни туда, стрельни сюда», ну и расскажет о начальных механиках, которые вам понадобятся. Самое главное из них — это эвакуация. Именно свалив с карты, вы сможете получить награды, которые насобирали в рейде. Но обо всем по порядку. Для начала, каждый игрок при запуске игры попадает на станцию Проспект. Это ваш хаб. Тут есть все: ваш личный склад, где вы будете хранить свои пожитки, убежище, которое вы будете прокачивать, магазин с некоторыми дешевыми товарами, принтер, то бишь местная кузница или крафт, кому как удобнее, а также 3 фракции и бар. Вот на фракциях и остановимся поподробнее. Тут у нас имеются такие фракции, как Королев, ICA и Азирис. Каждая из этих фракций будет предоставлять вам большой пул заданий. В целом, большинство из них простые и примитивные. Принести столько того-то и любить столько того-то. Но и бывают поинтереснее задания, наподобие поиска какого-либо места на карте или закладки лута, опять же на карте. В любом случае, заняться вам будет чем, кроме лутинга, а вот о нем чуть-чуть попозже. А пока перейдем к карте. Вот вы в хабе взяли свои предметы для вылазки, шлем, броню, рюкзак, ствол и немного хилок. И отправляйтесь в рейд. Вас на капсуле скидывают на Фортуна 3, это название планеты, на которой вы будете бегать. И тут на данный момент есть 2 локации. На вторую я пока что не ходил, ибо по описанию она явно дает понять, что там посложнее. Но наверняка и лут там будет получше. Но мы отправляемся в яркие пески. Спустившись на планету, вашему взору представляется достаточно большого размера локация с несколькими биомами. Тут есть болото, джунгли, пляж, озеро, пещеры и так далее. Разумеется, во всех биомах есть точки интересов. Там обычно всякого рода сооружения, в которых полно лута, а также есть еще разные закрытые комнаты, для которых нужны либо ключ-карты, либо решение простеньких головоломок с батарейками. В общем, походите, полутаться есть где, и кроме того, как я сказал, фракции будут активно вас заставлять бегать по всей карте для поиска определенных предметов или убийств. Теперь поговорим о противниках. И тут их 2 типа — мобы и живые игроки. Если с мобами все с большего понятно, то PvP тут чем-то напоминает Escape from Tarkov. Да, многие сравнивают игру с Тарковым, но я как человек, который непосредственно играл и в Тарков, и в Cycle, могу сказать, что от Таркова в Cycle только full drop. При смерти. Хотя эта механика есть далеко не в Таркове, но и во всякого рода выживачах, наподобие Раста, так что о Таркове забудем и больше ни слова. Возвращаемся в Cycle и поговорим о том, что из себя представляет геймплей на карте с живыми игроками. Карта в Cycle, по сути, работает постоянно, а если быть точнее, то карты, ибо на одной карте одновременно находится до 20 человек, а значит, чтобы вместить большой онлайн этой игры, у нас имеются некие подобия лобби, в которых вы рандомно загружаетесь при высадке, и в теории вы можете находиться сколь угодно по времени на карте, потому что игроки будут постоянно умирать или эвакуироваться, а новые игроки будут постоянно высаживаться на карту. Вы можете это заметить по следам от спускающихся капсул или улетающим шаттлом. Так что да, противники никогда не закончатся, сколько бы вы их ни убивали. И теперь вы спросите, так а если карты постоянно работают, и люди там постоянно бегают, сражаются, лутаются, откуда берется лут? И да, этому объяснение тоже есть. Через определенные промежутки времени, насколько я понял, это 6 часов, начинается буря, которая обновляет этот самый лут. Игра же сама за 5 минут до самой бури оповестит вас, типа, ты это, давай, вали отсюда.
Но не волнуйтесь, если не успеете эвакуироваться, бурю можно легко переждать, и кроме того, в бурю можно найти тоже особенные предметы, так что не спешите сбегать. И таким вот образом будет происходить геймплей в сайкл. Взяли вещи со склада, пошли в рейд, полутались, пострелялись, повыполняли квесты, или успешно эвакуировались и заработали, либо успешно потеряли все, что взяли с собой или нашли в пути. И это очень привлекает. Да, терять свои предметы очень обидно, иногда можно за вечер слить все свои шмотки, как бомж бегать потом в белых предметах. Но если ты все же эвакуируешь, то это чувство тебя, конечно же, подстегивает и заставляет играть дальше. Если же вы очень болезненно относитесь к потере лута, то лучше даже не начинайте играть такого рода игры, будь то Cycle, Tarkov, DayZ, Rust и так далее. В общем и целом, это то, что собой представляет геймплей в Cycle, теперь давайте пройдемся по положительным и не очень моментам игры. Во-первых, графика. Хотя я бы тут больше сказал стилистика, потому что такое понятие, как графика в мультиплеерных проектах, уже, как по мне, очень не существует или прям нивелирует, ибо игроки пытаются получить максимальный FPS и даже красивые игры выкручивать на минимум ради заветного стабильного 60, а то и больше FPS. Так вот, стилистику игры чем-то напоминает такие игры, как Satisfactory или No Man's Sky. Приятная, футуристичная, инопланетная, космическая атмосфера. А вкупе с хорошей оптимизацией никаких проблем не замечаешь, даже играя на высоких настройках. На моей системе у меня стабильно больше 100 FPS, что не может не радовать. Хотя небольшие проблемы есть. Какие-то глюки есть на станции. FPS проседает, когда открываешь интерфейс магазинов, а иногда я просто на самой станции проседает до 25 FPS, но в рейде при этом все отлично. Думаю, пофиксим. Во-вторых, звук, и тут не все так хорошо. Да, в целом звуки приятны, будь то стрельба, взрывы или эмбиент, но вот позиционирование не всегда работает нормально. Если еще дальние объекты ты можешь точно спозиционировать, например, с какой стороны рычат мобы или где приземлилась капсула, то вот какие-то близкие звуки бывает сложно определить, либо же ваши шаги начинают путать вас. Особенно бесит эффекты хождения по камешкам или по стеклу. Они очень резко возникают, и их громкость значительно выше обычных шагов. В-третьих, это, наверное, больше моя субъективная претензия, но очень долгий крафт предметов. К примеру, чтобы скрафтить зеленую броню, шлем и рюкзак, вам понадобится 45 минут, по 15 минут на каждый предмет. Причем одновременно вы не можете крафтить сразу несколько предметов. И это проблема, ибо за 45 минут вы сможете сходить в рейд раза 3 результативно, ну, либо раз 10 нерезультативно. И при этом каждый заход вам нужны будут предметы. Но при этом за это время у вас крафтится только один набор. Так что в большей степени вы будете бегать в белых шмотках, а я уже молчу про синие вещи, которые крафтятся по 45 минут за предмет. Да, как бы есть прокачка убежища, которая уменьшает время крафта, но не намного. С оружием или расходниками попроще, потому что их вы можете просто купить по мере прокачки фракций, а вот аукционы какого-то среди игроков пока что не предусмотрено. Хотя хотелось бы. Ну и последнее, это то, что игра бесплатная. Донат в игре представлен в основном косметикой, разумеется, есть наборы с предметами, это не какие-то там имбы, а те же самые предметы, которые вы можете скрафтить, либо снять с противников в рейде. И это, несомненно, огромный плюс, потому что вы как минимум можете, не опасаясь, скачать, попробовать самим, и либо остаться играть, либо без сожаления удалить. Чего не сделать с Тарковым, за который я лично отдал 5к, и эта игра подарила мне эмоции, которые я, в принципе, от нее ждал, и те, которые я не ждал. Но я понимаю, что эта игра далеко не для всех, и люди, которые купят даже стандартное издание Таркова, могут очень сильно пожалеть о потраченных кровных. Но вернуть уже никак не смогут. Чего не сказать о The Cycle. Ну и на этом все, друзья. Если вам понравился этот обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, а также подписывайтесь на Twitch или Трова. И смотрите стримы там, где вам удобнее. Всем удачи, всем пока, и играйте только в хорошие игры.